Ну да, конечно. Ну, 4 часа это далеко не рекорд. Я в 4 раза дольше стримил один раз. Вообще для меня долгий стрим это больше где-то, наверное, 6 часов. То есть в последнее время я почти не стримлю уже постолько, но раньше бывало. Ну, как вообще в спидранах за 2 часа ничего не успеваешь. У меня часто я 2 часа только разогреваюсь. И чувствую, что вот можно начинать какие-то рекорды ставить спустя 2 часа. Да. Начало хорошее было. Да это крестовина опять, блин, тупит вверх, кидаю вот. Вот хрена. Thank you.
Дэмэдж буст это сейчас был. Йоу. Саб 10.30. Это неплохой ран. Самый большой, наверное, это второй босс. Налажал там.